100 дней до пляжа. Невероятный фитнес-проект на НН Радио. Александр Мартов. Ну уж представляй тогда. Давай. Александр Мартов. Ведущий проекта «100 дней до пляжа». Я помогу тебе. Спасибо. И специально обученные люди. Да, добрый день, дорогие друзья. «100 дней до пляжа» — это спортивное, напомню, реалити-шоу о том, как быстро и эффективно сделать свою фигуру красивой и стройной. Мы готовимся к пляжному сезону. Приветствуем всех тех, кто подключается к нам по видеотрансляции. Мы ведем прямую трансляцию не только на сайте nnradio.info, не только через YouTube можно нас смотреть, но и через Instagram. В общем, практически невозможно смотреть, не смотреть нас, то есть сложно справиться именно с этой задачей, не увидеть нас в эфире. Да. Уже. Ну и те, кто, опять же, нас сейчас видит, не могут не заметить в студии человека, который еще стал красивее за это время, потому что он, во-первых, имеет возможность постоянно тренироваться, а во-вторых, он еще и съездил на курорт. Да, российский. Да. Кстати, теперь он еще и говорить может, да? Вот так вот? Да, Александр Манин. На Красную Поляну, да-да-да. Продюсер нашего проекта, ну и фитнес-директор заодно. Чего уж тут говорить. Фитнес-директор. Как-то ты меня по-новому обозвался. Но у нас каждый раз все как-то по-другому. Заодно и директор студии гимнастики, в которой наши участники регулярно проводят некоторое время и... два раза в неделю, стабильненько. Стабильно, да. Некоторым даже удается чаще, но некоторым, к сожалению, и реже. Вот об этом в том числе мы тоже сегодня поговорим. Каждый понедельник, я напомню, в прямом эфире мы подводим итоги ушедшей от нас недели. Как наши участники выполняли рекомендации наших экспертов, а это, напомню, нутрициолог Ольга Угрюмова и наш тренер Алексей Спиркин, который всегда всех ждет с позитивным настроем, да, но, в общем, заставляет работать. Итак, что касается этой недели, вкратце скажу, что, ну вот, Оля считает эту неделю самой сложной. И мы высчитывали норму калорий для каждого участника относительно всех параметров. И учились они считать эти калории. Учились, да, и учились этой нормы придерживаться. Что еще сложнее, правильно считать все калории, но сразу хотим разрушить миф о том, что считать калории – это очень сложно, муторно и долго, и это надо делать каждый раз. На самом деле нет, просто в течение одной, там, двух недель, когда ты через определенный сайт или приложение научишься это делать, и ты будешь дальше уже определять на глаз размер порции, он, ну, человек обучаем, в принципе, и у нас у всех развито абстрактное мышление. То есть, в принципе, достаточно привыкнуть к определенным значениям, и ты уже можешь автоматически их считать. Чего мы и пытались достичь на этой неделе, и вот по этому же принципу Оля оценивала успехи наших участников. Значит, для нее тоже вот были, она мне писала, интереснее всего замеры, и успешным показателем активности и правильных действий было состояние тела в цифрах. У нас тоже есть эти цифры, соответственно, мы сможем их назвать, но это будет чуть позже, когда мы перейдем к ответственному этапу нашего реалити-шоу. Мы это предупреждали заранее, то есть мы месяц даем для того, чтобы войти в ритм, для того, чтобы привыкнуть жить по-другому немножко. Понять систему новой жизни. Совершенно, да, верно. Но это неизбежно. Мы должны так или иначе идти дальше с теми, кто, у кого это получается лучше. И, соответственно, у нас под конец останется... И кто хочет этого три больше, участника. Наверное. Да, это борьба, это в том числе и игра. Это интрига. И тот человек, который выиграет по ряду параметров, естественно, будет претендовать на главный приз. Ну, мой монолог окончен. Александр. Спасибо. Да, спасибо. Это был Александр. Я ввел всех в курс дела. Теперь к тебе вопрос. Как ты оцениваешь активности наших участников по итогу этого месяца? Мне вот очень интересно. Оля дает задание, они считают, вот есть ли у нас, скажем, нечестные какие-то. Вот мы это ведь никак с тобой проверить не можем. Но у нас есть замеры, которые делает Алексей, и там мы все видим. Но есть напольные весы. И еще они не тоже, обманешь. У нас и ненапольные, вот, и ненапольные, да, потолочные тоже есть. Да, как кого-то подвешивают. Друзья мои, насчет... Как оценивают? Насчет весов я могу сказать... Но это не самый главный параметр. Словами Оли, пока еще это не самый главный параметр. По нему, более того, ориентироваться вообще не рекомендуется. Поэтому объемы, да, у нас есть объемы. Пока объемы. То есть могут, да? Может быть, оставаться тот же вес, но из-за того, что жир весит
по объему намного больше, чем мышцы, и у вас вес одинаковый остается, а объем на руках, на ногах везде уменьшается, и вы чувствуете себя в зеркале лучше и внутри себя, поэтому у вас одежда становится большой. Более того, существенная потеря веса вот на этом этапе означает как раз то, что... Недоедание. Недоедаешь, то есть не слушаешься советов нашего диетолога. Мне это не грозит, просто я переживаю за ребят, которые... Да, это как раз явление, которое Антон Нечаев понять в принципе не может. Я не могу понять. Как так человек набирает вес, что это непонятно, почему так происходит. Он ест все подряд. Поделись. Булкой, да, у меня осталось. Все пироги, все торты, которые приносят в студии наши спонсоры, благодарные слушатели, все это идет вот туда. А куда потом, неизвестно. У меня, значит, несколько наблюдений. Первый, мы все втроем в черном. Так, видимо, стройнее. А второе, будет ли кого-то сегодня сольют все-таки из участников или нет? Я только что вот об этом сказал, что действительно мы попрощаемся с участниками по итогам их работы вот в этот период, причем он был достаточно продолжительный. Двоих, троих? 4 недели. 4 недели. 5-6. Это мы узнаем чуть позже. Да? Хорошо. Пока все-таки хотелось бы еще поговорить вот на какую тему. Между прочим, Антон этот вопрос тоже задает регулярно. Смотрите, какая история. У моей знакомой, в Фейсбуке выкладывает видео, как она тренируется по системе EMS, да, технологии. И в комментариях тут же начинается прям какая-то война и атака. Это ужасно. Мой личный опыт вышел камень из почек после третьей тренировки. Это хуже родов. Я даже не знал об их существовании. В Америке это запрещено. Большой урон для организма. Почитай там, почитай здесь. А мне тоже было плохо. А это у меня подруга. Ей стало плохо. Что происходит с ней здесь? Насколько это здоровые вообще приключения для организма? Это нормально абсолютно. Кстати, я хочу сказать, что еще и после того, как мы вот начали эту всю историю и стали появляться в соцсетях достаточно часто фотографии и видеозаписи занятий наших участников, естественно, посыпались нам вопросы и комментарии вот как подобного характера. Да, что это такое, и не вредно ли? И как обычно находятся эксперты, которые тоже, да, конечно, это вредно все. Давайте... Есть такое, некомпетентность у людей. Есть такое. Чуть-чуть. Давайте обрисуем тем, кто не следит за нами в соцсетях. Да, на тебя надевают что-то типа бронежилета. И, специальный костюм. Да, специальный костюм, на который, соответственно, вешен датчиками. Ты выглядишь как сотрудник американского спецназа. Да, да, это довольно круто выглядит. И дальше начинает работать... Работать биологические, электрические импульсы с такой же биологической гицовкой, как ваш организм вырабатывает при разрыве мышц, которые вы качаете, например, в спортзале. Микроразрывы. Микроразрывы мышц, да. То есть не плохие, а полезные. Те самые разрывы, которые увеличивают вашу мышечную массу. Именно эти данные... Эти электрические импульсы воздействуют на все, ну, практически все группы мышц вашего организма с помощью 12 датчиков. И тем самым вы не просто, конечно, сидите или лежите, вы что-то делаете, и ваша нагрузка, увеличенная в несколько раз, экономит ваше время и тем самым стимулирует все мышцы, они развиваются и качаются. Причем те, которые вы не можете достать в обычном зале или обычном беге. И это очень здорово. Здесь нет нагрузки на позвоночник, на суставы. Вы не травмируете свой организм. Здесь больше пользы, чем негатива. А какова популярность? Почему мы можем доверять этому? Ну, знаете, такую страну Германию и такой город Берлин. Вот для примера просто возьму. Слышал, да, ты? Ну, я там что-то пролетал, ага. По, так скажем, переписи EMS 2014 года в Германии было открыто 200 студий EMS. 3 года, вы да. знаете, как в этой стране относятся к медицине? Ну, там, ну, все жестко, конечно. Там открыто. Именно из Европы, именно из Европы пришло это оборудование к нам. Его производят в Европе, в Венгрии. Ну, именно наше оборудование. Да, то есть это не китайское, это очень крутое проверенное оборудование. Наше оборудование, вот, которое у нас стоит в зале, выиграло уже 2 выставки. Не китайское. Не китайское сделано, да, сделано там. И очень много исследований известнейших специалистов, врачей, которые... В принципе, используют это оборудование в медицине, а не против медицины. И кто говорит, что это как-то вредит, но это лишь некомпетенция этих людей. Многие могут сказать, что кому-то и бег вреден, но это тот человек, у кого больные ноги. Поэтому можно сказать, что всегда есть какие-то ограничения, естественно. Ладно, убедили.
Ладно, ладно. Вот, даже тебя мы убедили. Сейчас, знаете, есть такое мнение, часто встретишь у тренеров, что, мол, дескать, да что там за 20 минут вообще, в принципе. А вы попробуйте просто, вы просто попробуйте. В те моменты, вот когда наш тренер Алексей показывает, казалось бы, простые упражнения, но на пятый раз ты понимаешь, что ты вот в принципе как Черданцев. Я сейчас закончу это все. Я даже готов сделать приз. Ну, кто придет к нам в студию и сможет продержаться 20 минут и не устать, я подарю там 5000 рублей. Давайте. Нет, ну, так человек проверим. Тебе скажет, что он, конечно же, не устал. А мы увидим это, мы увидим. Просто он ляжет, это ляжет, да? 100%. Александр, ну смотри, сейчас мы уходим на пробки, да, дальше мы, соответственно, будем приглашать уже наших участников. Но ты как человек неподкупный, да, ты за приз не борешься, ты же сам вот носишь этот костюм, да, видел в Инстаграме. Расскажи, он даже унес один раз его. Унес даже? Унес, да. Не да, заметил? Жаль, задержали. Так не вообще заметил. Круто я выгляжу, да, гораздо круче, чем пуховики. А он подтягивает еще. Естественно, да. Ну, сам, свои ощущения. Я единственное, еще не убежал, потому что я пристегнут был просто, да. К розетке. Все спрашивают, можно без провода? Мы, конечно, можем, но вот из таких... Да. Ну, свои ощущения расскажи. Я регулярно рассказываю. То есть я специально все это переживаю и прохожу вместе с участниками, чтобы, если что, на все иметь свой ответ человека, который вот изнутри все это чувствует. И все вопросы насчет того, что это легко, насчет того, что это вообще ерунда. Я вот в такие моменты хотел бы иногда себя выложить, просто тоже включить трансляцию, но не могу, потому что у меня просто не поднимаются уже руки. Да, это на самом деле очень интенсивно. Вы месяц занимаетесь. И всегда присутствует соблазн сказать: все, лежа, я не могу. Я пошел. Но здесь надо вот стиснуть зубы и идти до конца. Всего лишь 20 минут, да. И в том числе за это Алексей ставит оценки, учитывая все вот эти вот ваши тренировки. У меня еще есть 30 секунд. Ты месяц занимаешься, результат? Об этом расскажу через пару минут. Сачкует, похоже. 100 дней до пляжа. Невероятный фитнес-проект на НН-радио. Добрый день еще раз. Вы слушаете НН-радио. Здесь фитнес-проект «100 дней до пляжа» в режиме реального времени. В онлайне мы рассказываем о том, как сделать свою жизнь лучше и красивее, как подготовиться к пляжу. И здесь мы рассказываем нижегородцам, в том числе о правильном питании и об эффективных методах тренировок и здоровом образе жизни. В том числе на примерах наших участников. У нас их 10, но... недолго остается нам до того момента, как, наверное, участников, их количество будет сокращаться. Ничего не поделаешь, таковы были условия, и таков был первый этап. Мы целый месяц знакомились с участниками, учили их вести пищевой дневник, отказываться от ненужных нам продуктов. Все это, в принципе, превращать конечно, в постоянный образ жизни и, естественно, посещать регулярно, без пропусков, занятия с тренером в студии ЕМС фитнеса гимнастика. Значит, кто-то справлялся с этим чуть лучше, кто-то оставлял желать как раз лучших успехов, и об этом мы также в течение всех этих недель участникам напоминали стараниями Оли, нашего нутрициолога, Ольги Угрюмовой, которая практически круглосуточно на посту находилась и всегда отвечала на вопросы и следила за рационом наших участников. Про тренировки, Саш, наверное, скажешь ты от имени Алексея, который, кстати, нас тоже обещал слушать. Да, обещал. Включил нам даже. Итак, друзья мои, представляю вам одного из наших участников. Это Алексей Ильин. Добрый день, Леша. Здравствуйте. Значит, неделю назад Алексей у нас был, так вот распределил жребий, что мы с ним знакомились одним из последних. И к тому времени Алексей у нас успел набрать несколько штрафных баллов, что называется. Почему? Были и моменты, когда там срывы на гамбургеры и на шаурму. Не будем повторяться. Нам Алексей это все объяснил, что, дескать, это все было очень диетическим. На открытом огне. Приготовлено под его личным контролем. Да. Но нашему диетологу такие объяснения не очень понравились. Она выставляла, значит, оценки, которые... Правила есть правила. Совершенно верно. Все-таки отличались от некоторых других. Кроме того, были и гораздо более серьезные, ну, скажем так, вопросы к режиму Алексея.
И заключались они вкратце в основном в том, что Алексей у нас что-то недоедает, не добирает калорий. Последнюю неделю, когда мы должны были их считать, вот я процитирую, значит, что касалось мнения Алексея. Ну, давай так, сначала мы спросим, по мнению Алексея самого, что-то изменилось за последнюю неделю и в том направлении, в котором Оля просила поработать. Ну, она сказала то, что я не доедаю больше трети, если я не ошибаюсь. То есть там надо мне 1700 где-то калорий, угу. Я всего 1000 ел. Я постарался поднять калории с помощью бананов, молока и супа. Поэтому не знаю, может, это как-то отразилось. Напомню, опять же, самым внимательным, что про суп было особенно. А суп приготовлен по всем правилам, как вот его и нельзя есть. То есть наоборот, соответственно. Как можно, да? Да, как можно. Это на втором бульоне, мясо приготовлено отдельно, сваренное, потом все. Ну, достойно, конечно, уважения. Ну, да. Вот такой подход. Но есть еще отруби, о которых тоже Оля писал, что их можно добавлять в пищу именно для того, чтобы добрать калории. А почему это делать обязательно надо? Потому что мы занимаемся, и нам необходимы эти калории, потому что организм в противном случае будет высушивать то, что как раз мышцы, которые нам не нужны. Да, мышцы нам нужны. Зачем нам их с вами подвергать, так сказать? И после уничтожить. Этого потом организм, если так неправильно худеть, скажем, потом организм резко начинает набирать. Зачем? Вот именно такая ситуация была в жизни Алексея, как мы знаем, уже дважды. И мы ее разбирали, он сам об этом нам рассказывал. Он худел там реактивно на 20 килограмм, а потом добирал их обратно. Здесь вот на твоем месте, где ты сейчас, Саш, сидишь, сидел, соответственно, Алексей, который объяснил, что это принцип сушки, который практикуют бодибилдеры, один из которых находится, ну, как раз и есть в друзьях у Леши, да, Ильина. И он ему там насоветовал, видимо, он говорит, понимаешь, какой-то небольшой период жизни бодибилдеры в году проводят, будучи очень привлекательными людьми. Но все остальное время они не очень симпатичны. Ну и главное запомнить нужно, бодибилдер — это стиль жизни и смысл жизни. Они круглые сутки этим занимаются, это их работа. Наша задача создать, что у них другой образ жизни. Наша задача все-таки создать такой фон жизнедеятельности, который будет соблюдаться постоянно. И в этом, в общем, главный принцип. Ну что же, время перейти к оценкам. И сейчас-то мы и будем решать, собственно говоря, какие были шансы остаться у Алексея в этом проекте. Но, честно говоря, у него как раз ситуация была серьезнее всего, потому что по баллам он как раз у нас замыкал список. Тут голос Леши, я должен сказать, нашего тренера, который, ну, после последней недели, когда им выставили оценки, он очень хвалил тебя, Андрей, и говорил, что очень много стремления и взялся в руки, так сказать. Так что посмотрим. Ну давайте, какую оценку поставил у нас Алексей? 4 балла. 4 балла. Одна из лучших, наверное, твоих оценок, да? Говорит, что постарался, и просто прямо глаза так зажглись. Я, говорит, просто не могу ставить другую оценку, когда есть такое старание. Но! Что просила передать Оля, Алексей все равно не доедает, постоянно создает себе дефицит калорий. Жир от этого не сжигается, наоборот, съеденное уходит про запас, потому что организм находится в стрессе из-за недостатка калорий и физической активности. Это то, что касается Алексея. И вот такую оценку она поставила в итоге. Это 3. Это 3 балла, и общий результат Алексей у нас по итогам 4 недель 25 баллов. Поздравляем, Алексей. Ты получил незабываемые ощущения плюс опыт, но все-таки количество, общего количества твоих оценок не хватает для того, чтобы ты прошел во второй этап. Поэтому мы пригласили тебя сюда для того, чтобы озвучить эти оценки. И, наверное, услышать тебя, твои эмоции, да, твои впечатления по итогам этого проекта.
Ну, хотелось бы сказать спасибо радио за этот проект, организатору, и отдельное спасибо тренеру, потому что с его терпением и с его особенным настроением, как он всегда задает ритм тренировок, все идет намного легче, чем могло бы быть. Также рекомендую всем попробовать, потому что я очень скептически был настроен к этому виду тренировок, но все-таки испытав это на себе, я понял то, что это действительно стоит внимания и то, что это действительно работает. У меня, кстати, перед глазами результаты и взвешивания, и замеров контрольных, которые были сделаны вот в конце этой недели. Итак, у Алексея, значит, по весу результат минус 6 килограммов. Правильно? Минус 6 килограммов. Да, кстати говоря, да, совершенно верно. Минус 6, 90 было, сейчас 84, все верно? Да. Еще есть небольшое изменение в объеме. Значит, в объеме груди здесь, да, ноги и руки немножко подсели. Это означает, что пошел процесс сушки, да. И где у нас талия? Талия несущественно, но все-таки уменьшилась. Там где-то в пределах 1.5 сантиметра. Ну, кстати, ремень говорит обратное. Два отверстия пришлось сделать. Вот. Но это обратное положительное говорит. Мы очень рады, что ты позанимался. Мы хотим, чтобы это то, что мы начали делать, чтобы это была база, чтобы ты понял, как перестраивать свой рацион и свое питание, и чтобы в дальнейшем ты это развивал и понимал, к чему тебе идти и хочется ходить. От студии гимнастики мы тебе дарим вип-карту, которая дает тебе скидку 20% на любые абонементы. Если захочешь, приходи, ждем. Спасибо. И от нас, от нашей редакции и от оргкомитета нашего реалити-шоу мы тебе дарим билеты в кино, чтобы ты мог еще и наполнить содержанием. Культурой, попкорном и газировкой. Вот это теперь нельзя. Оля сейчас обидится сильно. Да шучу, никакого попкорна. Оля, он шутит. На попкорн не должно тянуть. Ну что же, это был наш первый выбывший из нашего проекта участник, который, я уверен, все равно продолжит готовиться к пляжу. И к лету. И к лету, естественно, вместе с нами, но уже по своей собственной программе. Нашей базой. Да, но это, забегая немножко вперед, скажем, не единственный участник, который покидает наш проект. И о том, кто это будет дальше, через несколько минут. 100 дней до пляжа. Невероятный фитнес-проект на NN Radio. 100 дней до пляжа. Невероятный фитнес-проект на NN Radio. Александр Мартов. Что? Говори, здесь в студии. Да. Ведущая программа «100 дней до пляжа» — это наше спортивное реалити-шоу о том, как быстро и спортивно сделать свою фигуру красивой и стройной, особенно к пляжу, особенно к лету, а до него не так много времени осталось. И мы даже решили на NN Radio сделать этот проект доступным не только для нас и для людей, у которых есть возможность ходить в студию, потому что она, допустим, их, да, а для просто всех наших слушателей, которые, ну, выполнили определенные условия, прошли кастинг, и вот 10 участников теперь занимаются собой, меняют свою жизнь к лучшему, учатся правильно питаться и тренируются, и все это делают они для того, чтобы выиграть главный приз в нашем проекте. Ну, а главный приз, он на то и главный, что один, и, соответственно, у нас есть правило: после месяца мы должны все-таки прощаться с некоторыми участниками, которые демонстрировали, ну, скажем так, оценки, которые чуть хуже, чем у некоторых других участников. Мы периодически выставляли оценки, этим занимались наши эксперты. Я напомню, это нутрициолог Ольга Угрюмова и наш тренер Алексей Спиркин, который нас сейчас тоже слушает. Он обещал, по крайней мере. Алексей, привет тебе. Ну и Алексей же, его тезка Ильин, уже выбыл из проекта несколько минут назад. И теперь у нас девушки заняли его место. Сразу обе мы решили, чего уж поодиночке выспрашивать. У нас Ольга и Мария здесь. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Здрасте, можно говорить, кстати говоря. Здравствуйте. Почему, Антон, ты заиграл на фортепиано? Поясни. Все дело в том, что у Ольги Карповой, одной из участниц, которая находится у нас в студии, сегодня день рождения. Ура! Да, давайте поаплодируем. Где у нас там эти хлопальщики, да? Специально обученные люди.
Спасибо. Да, а представляешь, и вот сейчас придется говорить Оле до свидания. Вот как вот тебе? Я не знаю, я к этому готовился 2 дня, должно получиться. Ну поехали, ладно, все серьезно, у нас конкурс. Итак, действительно все серьезно, и главное, не зависит от меня, потому что здесь от меня выставляют оценки совершенно профессиональные, компетентные и очень честные, морально устойчивые люди, да. Значит, если Алексей у нас не доедал, то вот, допустим, Мария регулярно, нерегулярно, точнее, посещала тренировки, не всегда, опять же, съедала свою норму и не очень чисто питалась. Вот какие вопросы у нас. Чем же ты пачкала свою еду? Марии. Мария, ну, расскажи нам, что можно ответить Оле, права ли она? И... Ну, в некоторых моментах да, потому что достаточно сложно с нашим графиком жизни, с нашим графиком работы питаться так, как было указано. Но вот по поводу тренировок я пропустила только одну и по очень-очень большой причине. Mm-hmm. И заранее предупреждала ее. Ну, возможно, по еде достаточно, это самая сложная позиция, и всех сложнее это, конечно же, калории считать, потому что это сложно. А что у вас, поясните для наших слушателей, за работа-то такая, причем на пару с Ольгой, которая тоже, между прочим, первую неделю аж 2 схлопотала за неправильное питание. Опа! И теперь вот до сих пор расплачивается, потому что передала эстафету, да? Потому что общая оценка. На первой неделе закончили, как бы, но меня осудили, я расстроилась, исправилась, и все, мы не вспоминаем эту историю. Да, так что же у вас все-таки за деятельность, давайте поясним, которая мешает правильно питаться. Мы занимаемся организацией мероприятий, поэтому... А, вон оно что. Да, с 9 до 6 мы не работаем, очень часто бывает такое, что... Что? Неправда. Конечно. Говорите в микрофон. Вот, то есть, соответственно, очень сложно питаться правильно, потому что график у нас не нормированный. И если даже посмотреть, например, на чаты в Вайбере, насколько ребята суббота-воскресенье питаются правильно, все по времени, овсянка, у нас чаще всего нет, чаще всего это для нас самые сложные дни, когда утром будет кофе и, возможно, вечером будет чай, ну, чтобы вроде как не наедаться. Вот, в этом причина. Ну что же, теперь придется, видимо... Так или иначе, все равно соблюдать, да? То есть какие-то изменения вы же почувствовали в себе за этот месяц, несмотря на то, что не все удавалось? Ну, помимо того, что я почувствовала, сегодня был у меня последний замер после тренировки. Угу. И, да, признаться честно, я знала об этом замере еще когда я джинсы надела, которые мне были малы. Вот она, правда. Вот, и я очень обрадовалась, потому что наконец-то я смогла в них пощеголять. Вот, и замеры у меня мне понравились, можно еще меньше. Вот, но в целом, да, результат однозначный, я его вижу. Что касается замеров, вот у нас перед глазами есть статистика, есть динамика. Ну вот, объем шеи... Да, меня тоже это удивило. Возрос. Как так? Вот здесь вот, да. Так это плюс. Ну, это так должно быть, очевидно. Да, действительно, будет быстрее возможность повернуться, видимо. И оглядеться по сторонам. Но что касается остальных объемов, то вот, например, талия у нас минус 4 почти сантиметра. Что еще? За 8 тренировок или 7 даже у вас было. Да. Значит, бедро минус... Минус 5. Второе это примерно такой же осталось, не знаю, да? Вот какое замеряли. Вот, значит, еще у нас есть объемы руки, например, 2,5. Ну, то есть, в принципе, все пропорционально немножко уменьшается. И что касается веса, тут вообще никаких практически изменений. Это так? 1 килограмм, да? Да. Но у меня нет жира, я вообще-то спортсменка. Вот. И, в принципе, это и не было претензии со стороны нашего нутрициолога Ольги Угрюмовой насчет веса. Но все-таки некоторое непостоянство роль сыграло. Мы вообще, в принципе, если кто-то еще не догадался, здесь в студии сегодня вместе, находимся вместе с участниками, которые набирали минимальное количество баллов. И, собственно, что вот с ними делать, мы сейчас и решим. Ну, был еще шанс как-то изменить ситуацию, получив наивысшие баллы на этой неделе. Давайте посмотрим, какие получились оценки для Марии от нашего диетолога Ольги. К сожалению, три. И, может быть, Алексей что-нибудь поставил пободрее. Давайте посмотрим.
И здесь тоже три. Троечник. Но здесь сыграло, наверное, роль то, что... Праздников. Долго переносили тренировки, и плюс еще, наверное, не все могли выполнять. Таким образом, результат второй после Алексея – 29 баллов. Здесь была интрига у нас еще и с Олей, у которой тоже были, в общем, некоторые проблемы с выполнением всех результатов. Давайте посмотрим, что ей поставили на этой неделе. Оля, по личным ощущениям, хорошие должны быть оценки или нет? Ну, по личным ощущениям хорошие, но судя по тому, что я нахожусь в этой студии, вряд ли там все так замечательно и прекрасно. Давай посмотрим. Итак, оценка от диетолога по питанию. А вот неплохо, 4. Может быть, в спорте было что-нибудь не так? Давайте спросим, что поставил Алексей за тренинг. Посчитали сколько? 4. 4. 4, итого 8 за неделю. Это, в принципе, то же самое, что было и неделю назад. И это вполне уверенный результат, 32 балла. Который получается не последний в этой табличке. И поэтому... А вовсе не потому, что у тебя сегодня день рождения. Ты с нами остаешься в этом проекте, а Маша будет профессионально за тебя болеть и поддерживать тебя всячески, и, может быть, даже где-то искушать, потому что ей-то теперь не отвечать перед Олей. Соответственно, мы надеемся, что отвечать перед собой останется. Значит, девушки, мы, во-первых, Марии также дарим небольшой презент от НН Радио, который ждет, собственно, в редакции. Желаем дальнейших успехов в процессе приведения себя в идеальную форму к лету. Теперь все инструменты для этого имеются, и практически все знания тоже. Ну и давайте вместе болеть, например, за Олю. Ура! Давайте, от фитнес-студии «Гимнастика» дарим вам VIP-карту на наше посещение абонемента, который дает скидку 20%. На все абонементы. А и это существенно. Надеемся, что базу, которую мы вам дали, и Оля, и Саша, и другой Леша, вам поможет развиваться и вести правильный хоть чуть-чуть образ жизни. Я вас-то очень понимаю, что такое мероприятия разные. Поэтому держаться вперед и... Да, и поскольку у Оли сегодня день рождения, но она при этом не выбывает, мы все равно ей тоже подарим небольшой подарок, чтобы ей тоже не было обидно. Но это из-за того, что день рождения. Да, это как раз из-за этого. Теперь хочу сказать всем нашим участникам, которые нас сейчас слышат, возможно, теперь... Вот эти все оценки мы обнуляем. Мы переходим во второй этап, и теперь уже все... Все желтые карточки сгорают, да? Да, как в плей-офф. Совершенно верно. Теперь все будет заново, и вот эти вот набранные баллы, которые у многих тут давали, может быть, какой-то повод немножко расслабиться, не будут учитываться. Теперь уже будет все, с одной стороны, строже, с другой стороны, может быть, чуть привычнее, потому что мы уже вошли в ритм, но и спрос будет, конечно же, другой. Теперь будут не только субъективные оценки, но и объективные показатели, правильно я говорю? Да, мы будем правильно говоришь. Делать постоянные замеры. И, собственно, Александр меня в этом тоже поддерживает. И тут уж, что называется, извините, если у вас организм где-то вас выдает, это означает, что где-то вы обманули и нас, и, главное, себя. В том числе в процессе подготовки, опять же, к лету. Может быть, послушаем наших участников. Да. Ответное слово, так сказать. Как вам вообще? Мне все очень нравится, все замечательно. Ну, Оля с нами еще остается. Давайте послушаем Марию. Ну, мне тоже все очень понравилось, было достаточно интересно. И очень много нового узнала. Особенно я вот планирую попробовать новые крупы. Оля, большое тебе спасибо, ты для меня их открыла. Вот, и мне было интересно, это достаточно... сложный проект был в плане того, что от многого пришлось отказаться, и многому было сложно в каких-то ситуациях молчать и говорить: нет, мне надо по-другому, я хочу больше калорий, мне нужен сахар, я думаю, мозгом. Вот, но в целом было очень интересно, хоть и сложно. Ну что же, спасибо большое за участие и за то, что честно мы все вместе пытались следовать всем инструкциям. Желаем вам побольше
соответственно, клиентов и успехов в вашем деле. Спасибо. И надеемся, что наш проект тоже в чем-то допомог, ну, например, немножко дисциплинировал. Или в выборе круп, да. И продуктов к чаю. Да, ждем в гости. Вовсе не обязательно пить чай с тортом, как мы выяснили уже за этот месяц проекта. Ну что же, всем огромное спасибо. Мы продолжаем и через неделю вновь услышимся здесь на 99.5 в проекте «100 дней до пляжа» и познакомимся с новыми правилами, которые нам выдвигают наши эксперты. Любые вопросы задавайте в группе ВКонтакте, на нашем сайте nnradio.info. Можете ознакомиться также с правилами проекта. На все вопросы будут отвечать наши эксперты. Александр Романенко здесь был в студии. И Александр Мартов. Прощаемся с вами. Удачи. Увидимся на пляже. Пока.